общем, про амбассадоров, конечно, это уникальная возможность Санкт-Петербурга. Во-первых, она не только потому, что имеет беспрецедентный вообще институт на сегодняшний день в Российской Федерации, и мы рады, что мы впервые открываем именно эту программу именно в Санкт-Петербурге. Для меня это прежде всего большая честь и доверие петербуржцев и города Петербурга, и все, что мы делали, я делал до этого. Теперь я обрел форму, такую красивую, достойную и очень почетную. Это очень важно. И я поддерживаю эту программу. Я думаю, что она даст результаты для Петербурга, потому что те амбассадоры, которых уже Петербург нашел и доверил эту работу, и те, кто будет еще, это серьезный такой вклад в развитие города.